сдаться инквизиции. В противном случае они будут казнены за распространение презренной лжи и гнуснейшей ереси под видом истины. Они разделили... Они не разрешают строить новые здания. Тебе нужно что-то еще? Бенни, я скоро вернусь. Теперь я смогу попасть, куда захочу. Тебе нужно что-то еще? Жди здесь, я скоро вернусь. Один укол, и все враги падут.
кошелек и жизнь! De tiro. Убейте его!
спокойно.
Andiamo! Привет, друг. Когда ты в последний раз был у врача или сажал на себя пиявок? Держись подальше от колющих предметов, ладно?
почему нельзя пойти пешком? Понравилась мелодия? Ни капли уважения, варвар! Такими фокусами он кого-нибудь убьет, скорее всего, самого себя. Святая Мария, что он затевает? Дай мне планы. Нет, не дам. Стой, стой! Где планы? Там, за оцеплением. В крайнем доме. А машина? В крепости, на вершине башни. Грабли.
тебе песню мою про героя, что ходит. Он закончит на виселице, если не остановится. Рейли, таких движений руками нет. Говорят, такое случается при нарушении обмена веществ. А часто с ним такое творится? Мой дядя женился. Дело не в том, Сальтарелли, таких движений руками нет. Какой дьявол? Ты меня вселился? Невероятно. Дело плохо. Сальтарелли таких движений руками. Что она тебя нашла? Я знаю этого человека. Я его знаю. Молись, чтоб тебе конец! Такими фокусами он кого-нибудь убьет, скорее всего, самого себя. Что происходит? Что ты делаешь? Почему все так взволнованы? Тебе нехорошо. Зачем этот капитан?
корабль. Погибли, некоторые даже взорвались. Но мы уверены, что это добро. Они хотят изготовить еще больше оружия. Леонардо, ты поможешь мне сорвать их планы?
Об этом нужно сообщить Чезаре. Adieu, amico mio.